Также это проблема из-за того, что многим мусульманам нет дела до их религии. Все запускают на самотек. Вот поэтому мы обращаемся ко всем жителям этого города Хасавюрт. Ведь это город, в котором находятся 52 мечети, и, естественно, в каждой мечети есть имам. Разве этого мало, когда в одном таком городе живут 52 имамы? К примеру, мы являемся теми, которые служили в армии, и разве такое количество людей не является целым батальоном? Разве не так это, братья мои? Это же целый батальон, это же 52 имама, у которых имеются и замы. Также в этом районе находятся 62 мечети, и только лишь те, которые считаются центральными, не говоря уже о квартальных. Ну а если считать и квартальные мечети, то их число перевалит за 120 и выше. Поистине, если сегодня нам запретят нашу религию, то я не стану в этом кого-либо винить, кроме нас самих. Ведь сказано, смысл, Аллах не заберет благо, которое было даровано определенному народу, кроме как они перестанут ценить это и должным образом проявлять благодарность.